В воскресенье 17 марта исполнилось 100 лет жительнице Суходола Марии Григорьевне Шустовой. За большим столом в этот день собрались родные и близкие юбилярши. Присоединились к поздравлениям и представители администрации и социальной службы Сергиевского района. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, побольше ясных и солнечных дней, любви родных и близких. В принципе, я вижу, вы в ней уже купаетесь. Спасибо, спасибо за внимание всем, всем. Всему району, все, и подарки мне, и все. Мария Григорьевна Шустова родилась в селе Средняя Орлянка Сергиевского района. В 7 лет она пошла в местную школу, в которой окончила 4 класса. Далее училась в Верхней Орлянке до 7 класса. Когда началась Великая Отечественная война, несмотря на свой юный возраст, Мария Григорьевна освоила отнюдь не самую простую профессию тракториста. Она окончила специальные курсы и осталась работать на родной земле. Мне было 17 лет. Совсем девчонка, и вроде и незаметно. Пахала, сеяла, значит, надо. Раз надо, значит, надо. О тех временах напоминают многочисленные награды именинницы. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, знак «Фронтовик» 1941-1945 годов, медали «Ветеран труда», 70 лет вооруженных сил СССР, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 и 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Особняком в этом списке стоит орден «Мать-героиня». Мария Григорьевна с супругом воспитали 7 детей. Сегодня в большой дружной семье 17 внуков, 19 правнуков и одна праправнучка. Несмотря на свой почтенный возраст, юбилярша полна бодрости, жизненной энергии и любви. Дарья Колесова, Антон Иванов, телерадиокомпания «Радуга-3».